Итак, приветствую тебя, дорогой зритель, ты на канале Детсад, меня зовут Дед, и сегодня мы, скорее всего, должны закончить прохождение великой ретро-легенды Майкл Джексон Moonwalker. Итак, это у нас пятый левел, один из самых сложнейших, потому что... А почему, спросишь ты, а потому что, я скажу тебе. Потому что враги бьются уже с двух раз. Потому что здесь есть всякие турели и прочее. Здесь ты просто так никуда не попадешь. Здесь будут некие телепорты, враги спавнятся фактически везде. Именно что спавнятся. Не помню, как это разбивать. Ладно. Бля, и стрелять по диагонали. Блять, и сквозь текстуры тоже научились. В прошлый раз в пещерах они не умели этого делать. Так, а что тут делать? Ага, тоже вот это надо разрушать. Зачем, не помню, но помню, что надо. Зачем? Ну, как всегда, сначала делаем, потом разберемся. Вот так вот еще, кстати, можно. Про вот эту фичу я забыл. Съезжать на перилах. Это можно было и в первом уровне делать. Чмо. Оп. Ты куда, блядь, прыгаешь? Ты что, прыгун? Да, тут какой-то ток между ними будет проходить. И его нашел. Его надо разрушать. И с той стороны пройти. Или только с той, с которой выходит. Не помню точно, но помню, что надо. Ух ты, зараза. Но помню, что надо разрушать. А вот это платформа телепортационная. Вот, враги, блин, спавнятся. Нажимаем вверх, мы телепортируемся куда. О, видишь, вон, лазеры еще стоят. Турели, блин, понаставили. Да, это будут длинные уровни. Их хоть, ну, не очень сложно обходить, но когда турели в совокупности с охранниками, которые падло респаунятся, когда захотят, это довольно-таки сложно. Чё она сейчас не зацепилась? Сколько ей надо? 2-3 выстрела. Опять же. Опять же вопросики. Это только первый левел, а Энни тут уже целая куча надо найти. Так, там на втором этаже была еще одна платформа для телепорта. Ах ты, зараза. Больно же. Отчепись. Да ёб твою мать. Давай разрушай. Ах ты, падла. Что ты смерть? Ну, как ее убить? Вот, наконец-то. Ага, расскажешь. Вы не из этого, скажите, не из Звездных войн бежали. Я ее специально оставил, она нам хпшку восстановит. Так, мы с этого прибыли, значит, нам дальше. О, вот они сложности. Ах ты, зараза. Ах ты, зараза. Ай-яй-яй-яй. Скажешь. Дома прыгай, тут не надо. Так, на какой мы не были? На вот этой, по идее, да? Хватит прыгать. Опа, Энни. Опа, нету Энни. Я сейчас тут неинтересный. Я сейчас все время говорю на этой... эту девочку Энни, а если это не она? И никто же до сих пор не исправил в комментариях, кто это такая. Она или не она? Оп! Присел. Понял, технично. Увернулся. Он, скажем так, вот этот левел... Ох ты ж, ебаная прыгучая. Он не сложнее пещер. Но сложность его в том, из-за вот этих вот телепортов. Я уверен, что я тут нет. Сейчас бомба как... Две подряд. А вот это уже босс. Такого я не ожидал. Ай, тихо. Тут мы ниже. Так, мы с той пришли, да? Значит, нам на это. Нет, наоборот. Чуваки, я напоминаю, это только первый уровень. А я его еще даже не... До боссов даже не дошел. Так, куда теперь? А, ага, наебать.
меня в последнее время это часто получается по всем прохождениям, что меня технично, а где-то моя бывает. Так, что теперь вверх сам? Да? Где еще? Нет, еще две. А где я их не вижу сам? Я где-то не нашел. А тут... Ага, вот еще одна. Пошел. И вот здесь. Бля, две рядом лежат. Это как это, зачем? Так, сохраняться, не забывать сохраняться. Куда? Вперед, вверх. Ты уже определись, слышишь? Еще выше. Оп. Ты ж неопределенная обезьяна. Куда ты нас заманиваешь? Ну, в смысле, я ж тут был. Вот. Прикалываешься, я ж тут проходил. Давай, Валина, отсюда мы с пацанами танцевать будем сейчас. Дансинг, дансинг. Погнали. Давай, хушбэк. А? Не наклонитесь так низко. Кого еще? Еще кого-то не это самое. Не-не-не, пацаны, не надо останавливаться. Не надо останавливаться. Не останавливайтесь, главное. Бля, их тут больше, да? Ага, ага, расскажите. Хоба! Ту-дю-пам, щеканал! О, мы это... А, мы опоздали, не, бля, я думал, мы уже... Так, 5-2. 5-2 будет сложно. Ой, опять 3, вообще жесть. И все в этих лабораториях. Здорово сразу. Оу, 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 щит. Да блин! Бля, к ней не подойдешь, эти респаунятся. Так, тайминги, тайминги. Давай. Опа! Ага. Ах ты ж, блин! Это было неожиданно. Пацаны, главное не останавливаться. Знаете, да? Да давай, достань до него, ну. Они друг друга прикрывают, ты понимаешь? Там ничего. Бля, он еще по диагонали стрелять сейчас будет. Красил ворот. Угу. Оп. А та прикрывает эту. Не, ну это уже нихера себе. Выстроено как. Push bad, блин. Push bad, я спрашиваю. Так, ты ж мразь такая, а. Так, надо вверх не сбивать, это не дело. Пошла. Останови меня. Бля, нихера, нихера, бля. Подходи поближе, братан. Тихо, тихо, ага, увидел. Не надо. Не надо. А и ты тоже куда-нибудь иди, сходи там, проверь. Что... Вы издеваетесь? А чё он не откачивается, бля? Нормально? Алло. Давай, Валинатка. Ага. Оп. Оп. Ай, блин, она меня задержала. ХП сегодня будет восстанавливаться от этих? От этих иных. Да, зашибись. Все, я сдох. На, похлебала. Оба. Класс. Мы сдохли. Иди сразу наверх скажу. Что там? Что здесь у нас? Бомба прыгающая. Класс. Вообще не то, что хотел. Чё это он с первого раза? Я уже ранил разок. Еще одна бомба. Еще лучше. Я вот сейчас... А, ты понял? Я пульт отключил, а теперь не до самого. Прикольно, не знал. А это на все действует или только на одну? Давай, в дыру, в дыру. Ха-ха.
Ага. Понятно все с вами. По-любому вот здесь одна. Нет, это не на все. Это она одна здесь. Что ты хочешь? Иди еще попрыгай. И ты иди еще попрыгай. Дай тебе нашу девочку. Вот тут по-любому. Уже читается почти что. Так, в общем, можно пульты некоторые включаются. Ага, понятно. Что, прыгнешь? Ой, так, тихо. Блин, я вниз не могу посмотреть. Это уже сложно становится. Еще один тут. Есть. Он вырубает верхнюю, правильно? Пойдите вы уже все куда-нибудь. Пес. Это сложность, ребята, это сложность. Потому что ТП еще больше отниматься стало от любого выстрела. А давай стреляй, что ли, я не знаю. Блин, я прыгнул прям. Иди нахер, пожалуйста. Сколько вас здесь? Да... Ой, капец, да, там сверху это не успокаивается вообще. Угу. Что это за пульт? Почему я его нажать не могу? Свободно. Ага. Давай, все, нам надо вниз. Оп. Технично. Воу, тихо. Я уворачиваюсь. А вот. Да сколько вас там? Это? Бля, я сконцентрирован. Максимально сконцентрирован. Бля, бля, что делаем? А, я рано. Сука, ага. Стрельнул, блядь. Стреляет она, блядь. Подходи. Я одну уничтожу, но сейчас я не спрошу. Ага, оп, ага. Тихо. Да, с этого краешка их полегче бить. Там есть еще одна дорога, еще ниже, походу, не? Всего три осталось, подожди. Вот эти две прикрывающие друг друга. Свалил. Вау. Кто нажал? Да не в ту сторону. Можно в ту сторону? Во, вот так. Стань ровно. Да давай быстрее там, пацаны, стреляют. Пацаны, не стреляйте, не губите. Не губите, прошу, ради бога. Я жить хочу. Серьезно, это проебал углу. Ага, расскажешь. Блять, бомбы. Ага. Папка, не буду я жить. Где она? Вот как всегда, блин, где-то одна мразь останется. Так, надо шо? Ты знаешь, что здесь сохранится? Потому что последняя осталась. Опа, вот. Свободен, мужик. Хушбэд. Ебой. Нам сюда. Хорошо, хоть от падения не это самое. Фух, так, погнали. Save it. Танцуем, ребятки. Тут уже смешано все. То есть в предыдущих уровнях, понимаешь, все. Let's go now. Ага.
А, больно, падла прыгучая. Ну, хоть и спецназовцы долбаны. Да ладно, все понятно с вами. Надо их зажать как-то. И потанцевать. Зажать и потанцевать обязательно. Шмакадам. И подвоим. Ну не подвоим. Это они тут прыгают, бля. Где? Один минус. Блядь. Еще один минус. Ну с тобой мы уже с одним-то расправимся, да, надеюсь? Ага, понятно. Прыгать можешь? Прыгун, ебать. Свободен! Прыгай! А чё не прыгаешь? Прыгай! Да прыгай! На тебе нахуй. Интересно, кстати, а по этим штукам можно... Подожди, лунной походкой пройтись. Да, и она назад не откидывает. Хорошо. Хорошо, правильно. Фух, 5-3. Файнал. Почти последний его. Никого. Бомба, естественно. Бомба. И что ж, самый последний сложный левел. Бля, чувак, за мной идет. Давай догоняй, мужчина. Оба. Оба. Хоть не по три раза, чтобы бить надо. Я знаю, тут где-то еще звезда должна быть. Бомба. Звезда должна падать. А. Но я заметил такую фишку. Звезда падает тогда, когда мы спасаем одну из девочек. Мне сейчас надо было, наверное, на второй. Охренеть, ты что творишь? Бля, бля, сколько их. Просто жесть. А где она будет? Где-то... Бля, ну, нахер, бля! Бля, что творят, падла? Не, я, наверное, ее провтыкал. Я не знаю, где она. Я знаю, что на этом левеле она есть, но я конкретно не помню вообще. Ты понимаешь, бля? Бля, что творит собака? Он стреляет, ну, сверху вниз. О, он жизни восстановил. Давай, сейв. Где она будет? Ах, ты ж прыгучий. Ты чё, собака дикая? Оп. Чисто у ворота. Оп. Отошел. А, шо, в пол не стреляется, да? Бля, другой стреляет, ладно. Да иди ты вы нахер, пожалуйста, все, бля. Забили, падлу, смерть. А нахер я третий этаж открыл? Да ебаный ты дурак. Свободные пацаны, как трамвай, переходим. Я отсюда сюда допрыгну, допрыгну. Он сейчас стрельнет, да? Давай. Ага, читаешь, как книжка в первом классе. Блин, ну ты меня... Я из-за нее пострадал, получилось. Так, кого не агрим. Прыгай, прыгучий. Оп. Держим, прыгай еще. Еще прыгай. Свободен. И ты свободен. Так, я еще раз сохраняюсь. Последнее. Фу. Я думал, это будет сложнее. Но ты видел, они у нас застреливают сверху, снизу, со всех сторон. Он начинает стрелять. Если бы я быстро не пробежал, я помню, как я в детстве горел на этом моменте. Когда они начинают стрелять со всех сторон, ты не можешь не прыгнуть ничего, и это очень бесило. Оба! Оба! А чё, я вниз же что нажимаю? Ха, не прыгаю вниз, понял? Прыгаю только в бок. Куда? Ещё вниз. Ту-дум! Сюда, да? Оба! Никого нет. А я качу в следующем этом. Кто тут? Опять спецназовцы? Опа! Опа! А как это? А в смысле? Она ж не сейчас должна упасть была. Нихера.
Я не понял, сейчас это случайность или нет. Или это так надо было? Да что вы дрочите возле меня? Дрочили, ты был справен. Отстань. Или это нам побаловаться дали чисто вот этот последний босс, типа? А, блин, а с лазеров-то простреливают? Нихера себе. Ты понял, с лазеров-то простреливают, больно причем. Ха-ха! Так, я на всякий случай на другой слот сохранюсь. Вот так вот. Поздравляем, ты расправился со своим мистером Бига и избежал последней им ловушки и спас всех похищенных детей. Пришло время для последнего сражения с мистером Бигом, мать твою. Фух, отлично. Ну что, поехали. Final boss, мазафака. Вот он улетел на космическом корабле, а Майкл Джексон на своем каком-то тоже космическом корабле. А что происходит? Что происходит? Я помню, что тут на космическом корабле драка, но... Ай, с кем? Куда? Кого? Кого? Почему у меня жизни отнимаются? Самый, блин, непредсказуемый уровень. Все, нам жопа. А почему? Ой, хорошо, что танки есть. Я не понимаю вот в этих левелах, куда лететь. Вот почему у меня жизнь? Ну, а если я тупо прямо буду лететь? У меня хлебало летит. И все, я сдох. Короче, это очень же погорящая миссия на самом деле. О, да не конец. У нас попыток немыслимо. Я не знаю, куда мне лететь, понимаешь, вот в чем прикол. Я должен его каким-то образом, вот он, поймал. А, вон она, синяя точечка. За синей точечкой гнаться, но каким-то образом-то уворачиваться от других. Стой, мразота. Ну, в смысле, давай. Если ты не понимаешь, что происходит, это нормально. Я в первый раз вообще не понял, что за драки на космических кораблях, и при чем здесь Майкл Джексон. И я до сих пор, кстати, не понимаю, но вот так вот как-то это все происходит. Да давай по нем попадай. Все, мы выиграли. Получается, выиграли. Бам-бам! Congratulations, мать твою. Нас конгратулейшн, ребята. Мы прошли на писечках. Вообще, гля, сколько хп осталось. Фух. И улетели в далекий космос. И танцуем. Танцуем. Ну, вот это вот титры, это не оригинальные, естественно. Перевод. Но, скорее всего, это, скажем, взлом и перевод. Короче, это титры тех, кто делал русификацию, естественно. Вот. Чё? Ают. Это The End, типа. Ают, ребят. Вот такая вот она, Майкл Джексон, Амон Валкер. Ставьте лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, напишите, почему. Почему вы не уважаете ретро-игры на PlayStation, на Sega и так далее. Вот. А теперь такая штука. В конце видео, скажем так. Важный вопрос. Скоро на канале 100 человек. Точнее, уже может быть 100. Сейчас вот я последний раз перед записью смотрел 99, уже может быть 100. Я благодарен каждому из вас, кто подписался. И такой вопрос. Я хочу на 100 человек сделать стрим. Какой это должен быть стрим? Вот как вы хотите. Вот напишите в комментах, как вы хотите.
Потому что я пока еще в раздумьях, то ли это игровой, то ли может опять Витю позвать, посмотрим прикольчики, может это вы хотите просто поразговаривать, ну, знаешь, типа мое лицо во весь экран, я читаю чатик, разговариваю с вами и так далее. Вот, если игровой, то я пока думаю, что можно поиграть. Я думал, типа, может Fallout попроходить, может Сталкера начать, потому что я очень хочу позаписывать некоторые модификации на Сталкер. Не знаю, типа что-то DTR или Anomaly. Ну, вот эти вот популярные сейчас. Как сейчас? В принципе, они всегда будут популярными, мне кажется, на первый Сталкер, поскольку Open World. Вот, может, я даже попробую сейчас скачать Ассасина, может, в Ассасина порубиться. На что будет способно, естественно, мое железо. То есть это какая-то не новая игрушка, что-нибудь старенькое, что-нибудь классическое, интересное всем. Может, не всем узкому кругу, но чтобы было интересно вам, самое главное. Пока еще не знаю, что это будет за игра. Может, это какая-то вообще ретро-игрушка будет. Может, с PlayStation, или с Sega. Вот. Пока еще не знаю, честно. Но напишите, какие были пожелания. Вот какой бы вы хотели увидеть стрим на 100 человек. Потому что, ну, что-то я сделать хочу, понимаешь? Вот. Пока вроде так. На этом спасибо большое, дорогие друзья. Ты был на канале Детсад. Лайк, подписка. Расскажи другу, вместе веселее смотреть. Вот, пишите в комментариях по стриму, по игре, как вам игрушка и так далее. Ну, а на этом пока все. Спасибо большое за просмотр. Майкл Джексон, Мон Уалкер. Хотел быстро сказать, чтобы, типа, красиво и пафосно было. Не получилось. Майкл Джексон, Мон Уалкер. Вот. Все, спасибо большое за просмотр, ребята. Играйте в хорошие видеоигры. Покедова.